На центральные и южные штаты США обрушился мощный штормовой фронт, который принес с собой бури и разрушительные торнадо. Стихия буквально сметала дома в Арканзасе и Оклахоме, валила деревья, обрывала линии электропередачи. В результате тысячи людей остались без света, сотни семей без крыши над головой. Пока сообщается о 9 погибших и десятках пострадавших, но их количество может еще значительно вырасти. Спасатели только приступили к развалу завалов, еще в 9 штатах объявлено предупреждение о возможных смерчах.